Мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то, господи, ну Украина. Ну... Мы просим нашего губернатора Гладкова Вячеслава Владимировича, а также управление МВД по городу Белгород, выделить нам стрелковое оружие для защиты родного города. Мы обычные жители. Мы не профессиональные военные, но наш патриотизм и сила русского духа позволят нам удержать город от наступления ВСУ. Ведь хохлы смогли удержать Киев, когда им дали автоматы. Точно так же и мы сможем удержать Белгород, если вы дадите нам оружие. Мы готовы стать народной дружиной, которая будет оборонять мир и покой Белгорода от происходящих сил ВСУ. Вячеслав Владимирович, услышьте нас и дайте нам оружие. Мы покажем нашу силу. Враг не пройдет, победа будет за нами. В этой ситуации мы просто наше это самое, мы уже здесь наши полномочия все.